Всем привет! Вы на канале SuperKit. В этом видео хочу рассказать о роутере для 3G модемов. В принципе, я уже рассказывал про вариант прошивки такого роутера. Кстати, рекомендую посмотреть. Предложение к просмотру его будет в конце этого видео. И оговорился в том видео, что есть роутер, который так просто не прошьешь. Если вы все же купили именно такой вариант, то в этом видео я расскажу, как это сделать. Для этого я перелопатил очень много информации, но все же выход нашел. Ссылку, где почитать о том, как это сделать, оставлю в описании. В комплекте к роутеру все так же инструкция и кабель USB Micro USB для подключения питания. Питанием для него служит обычный порт USB на 5 вольт. Любой USB порт на 5 вольт, который может давать где-то от 800 мА до 1 ампера. Прошивать я буду другой прошивкой, а именно OpenVRT. Именно ее использует и автор описания, ну и вообще появится возможность посмотреть и сравнить с прошивкой Zyxel. Ну а теперь можно и приступать. Для этого понадобится записать файл прошивки из загрузчика на флешку, которая должна быть с файловой системой FAT32. Из опыта скажу, что не каждую флешку данный роутер определил у меня. Из всего моего набора флешек заработала только Transcend на 2 гигабайта. В то время как этой же фирмы на 8, а также Kingston и Team на 16 гигабайт не распознались. Также пробовал и карты памяти на 2 и 4 гигабайта через USB Card Reader, тоже не заработали. Можно немного посмотреть на возможности этой прошивки для начала. Вот так выглядит штатная прошивка. Здесь можно выбрать лишь между китайским и английским языком. Здесь должен отображаться название, должно отображаться вашего модема. Но сейчас модем не вставлен. В принципе, вроде бы как визуально функционал неплохой, но насколько я оценил работу с модемом данного роутера, мне очень не понравилось. Как-то все заторможено, что ли. И плюс не все модемы далеко определялись. Даже штатной прошивкой того роутера и то определялось большее количество и поддерживалось модемов. А здесь прям совсем были трудности. В общем, стандартный набор для любого роутера. Фильтр по MAC-адресам, пароли. Это, собственно, работать с памятью, с флешкой, которую можно вставить в этот роутер. Ну, в общем, много чего тут вроде как визуально можно. Здесь вбивается номер дозвона и точка доступа. Файлы записаны, с компом соединение установлено с помощью кабеля витой пары и USB LAN, чтобы не лазить за комп лишний раз и не отключать интернет, и по традиции выведу картинку, на которой вы сможете наблюдать, как себя будет вести роутер во время прошивки. Для того, чтобы было видно команды, а их без ошибок будет трудно запомнить, я скопировал их в виде текста в файл блокнота. Для того, чтобы приступить к прошивке, нужно запустить программу Telnet. Она уже есть в Windows. Для этого нужно нажать кнопку «Пуск» и в поиске программ написать Telnet. После этого запускаем программу. Для ознакомления с некоторыми командами Telnet можно просто написать знак вопроса и нажать Enter. Для установки связи с роутером нужно ввести команду open и ввести IP-адрес для входа в веб-интерфейс роутера. У такого роутера я видел два разных IP. Это 192.168.100.1 или 192.168.169.1. Подходящий IP будет указан в инструкции к роутеру.
подключаемся. Для того, чтобы удостовериться, что роутер увидел флешку, нужно ввести такую команду, и если все ок, то вы увидите содержимое флеш-накопителя. Далее задаем команду для прошивки загрузчика. Обязательно перед нажатием клавиши Enter проверьте правильность написанного. Все пробелы, тире, нижнее подчеркивание, слэши и все буквы. Одно неверное движение и вы получите не роутер, а кирпич. Файл загрузчика зальется достаточно быстро. Далее переходим к следующей команде, с помощью которой будет заливаться уже именно файл прошивки. Также следим за отсутствием ошибок и после запускаем процесс кнопкой Enter. Этот процесс будет выполняться чуть дольше. И последнее, что остается, ввод команды reboot, что означает перезагрузку роутера, после которой загрузится уже новая прошивка. Функционал насыщенный, но по поддержке модемов намного хуже. Также добавлю, что я пробовал таким же методом прошить прошивкой Zyxel, но у меня получился кирпич. Не вышло, видимо, из-за несоответствия загрузчика для прошивки Zyxel. Вот такое устройство получилось в результате перепрошивки.
Ссылку на роутер оставлю в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!